Тверь должна идти в ногу с мировыми тенденциями. Так объяснили депутаты городской думы свое решение, которое касается владельцев электромобилей. Что именно они имели в виду, вы узнаете из следующего материала нашего выпуска. Электромобили – это один из современных трендов и, скорее всего, будущее человечества. Тверь – не исключение. Таких машин все больше на улицах города. Осознавая это, депутаты муниципального парламента приняли решение сделать парковку в центре бесплатной для владельцев таких авто. Я очень надеюсь, что уже в начале наступающего года владельцы таких машин смогут воспользоваться бесплатной парковкой. За такими машинами будущее. Мы видим, что уже и мотоциклы выпускают электрические, автомобили все больше, именитые бренды выпускают электрических. Однако шаги по пропаганде электротранспорта не должны ограничиваться только бесплатной парковкой. Сейчас головной болью для владельцев электрокаров является вопрос их заправки. Приходится постоянно передвигаться по городу и искать удобный вариант для зарядки. Поэтому желательно, чтобы их стало больше и они стали мощнее. Вот это первое мнение, которое я сейчас вижу при использовании Теслы. Зарядную станцию Андрей в итоге нашел в бизнес-центре «Тверь». В столице Верхней Волжи, по сути, только здесь можно круглосуточно и без проблем зарядить свой электромобиль. Бизнес-центр «Тверь», в частности, отель «Панорама», предоставляет своим гостям возможность зарядить электромобиль, пока они находятся в отеле, либо гуляют, наслаждаясь красотами нашего города. Все это абсолютно бесплатно. К слову говоря, это же касается и посетителей кинотеатра, а также ресторана «Панорама». Так что пока вы подкрепляетесь вкусным обедом на 22 этаже, внизу заправляется и ваш электромобиль.